Исследователи из Калифорнии сделали официальное, но от этого не менее шокирующее заявление: мужчины смогут вынашивать и рожать детей. Репродуктолог из Университета Южной Калифорнии Карине Чунг заявила, что при правильно проведенной гормональной терапии, при удачной трансплантации матки в тело мужчины у сильного пола появится возможность вынашивать и рожать детей. Долгое время ученые не умели пересаживать матку, но прогресс не стоит на месте, и сейчас эта операция стала реальностью. Самая сложная процедура при этом – трансплантация эмбриона в пересаженную матку. Для этого потребуется хирургически созданное влагалище, что вкупе с гормональной терапией ставит вопрос, какого пола будет оперируемый после всех этих процедур. Самый популярный известный науке случай, когда мужчина выносил и родил ребенка, история Томаса Битти. Томас транссексуал, и в своей прошлой жизни он был довольно известной девушкой-фотомоделью. Томас сделал операцию по смене пола, но поскольку его девушка была бесплодна, он воспользовался старыми заслугами своего тела и родил ребенка сам, уже будучи мужчиной. Сменив пол, он предпочел оставить женские половые органы, поэтому эмбрион ему пересадили через уже существующее влагалище. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.